Авария на улице Борисенко. Водитель маршрутного автобуса отвлекся и разнес заднюю часть «Субарика». Первый день отпуска для водителя Subaru Forester не задался. Он попал в ДТП. Его оппонентом стал водитель маршрутного автобуса, шофер Дэл. Тот забрал автобус с ремонта и отправился проверить состояние транспорта. Естественно, пассажиров он не брал. Мужчина ехал по улице Борисенко, когда перед ним притормозил Forester и начал поворачивать на придомовую территорию. Ну, отвлекся. Отвлекся, чуть поворачивал его и остановился, пропускал там кого-то. Я в это время отвлекся и... результат. Владелец Форестера не может оправиться от столкновения. Он в негодовании. Мужчина не стесняется сыпать сарказмом в сторону своего оппонента. Да, я поворачивал. А этот баран, приезжий, в меня воткнулся. Вот пусть он все расскажет подробно. Он рассказал, он сказал, что отвлекся. Очень хорошо, приятно слышать, что водители у нас отвлекаются. Лучше бы не признавался в своей глупости, понимаете, что он отвлекся. Невнимательность водителя автобуса будет дорого стоить страховой компании. Полис у виновника выписан в августе прошлого года, поэтому выплата по данному полису не более 120 тысяч рублей. Если потерпевшему этих денег не хватит, он вправе обратиться либо в судебном порядке, либо в добровольном, эту разницу возместить. Это далеко не первое ДТП на счету водителя общественного транспорта. Он за рулем маршрутного автобуса вот уже 8 лет. Мужчина говорит, что от происшествий на дороге никто не застрахован. Он полностью признает свою вину и готов понести наказание.